Всем здрасте! Так получилось, что я буду делать курс уколов одному пожилому человеку. Он живет в каком-то поселке, который находится далеко от больниц, медсестры сюда ездить не хотят. В общем, неважно, делать буду я в кустарных условиях, грязными руками, без перчаток, да? Вы же так пишете все в комментариях. Но тем не менее, колоть мы будем лекарство под названием кортексин. Это для деятельности мозга. И проблема в том, что он продается в порошке. И его необходимо развести вместе с новокаином. Как развести и втянуть в шприц два лекарства? Смотрите и учитесь. Нахожусь я, как я сказал, уже взрослых людей. Спирт у нас будет сегодня вот такой в баночке. Протрем руки, чтобы они были все-таки хоть как-то, да, чистые. Шприц. Вообще нам нужно будет два шприца, поймете зачем. Открываем один. И вначале мы берем новокаин. Откупорили. Доктор сказал 3 мл, а мы, естественно, будем его слушать, но сейчас мы втянем чуть больше, чем 3. Сколько у нас тут получилось? Ну, почти 4. Эта ампула нам уже не нужна. Подтянем до 3,5. И берем кортексин. И аккуратно, вернее не аккуратно, а медленно туда, крутя баночку, вводим обезболивающее. Нужно вводить медленно, потому что внутри воздух, вы туда вводите жидкость, получается давление, и может получиться вот такая штуковина. Поэтому медленно, не спеша, и крутя баночку, чтобы везде-везде порошок зацепился и перемешался. Вот уже туго идет. Все. Теперь я поднимаю бутылек вверх, вытаскиваю иголку, почти-почти вытаскиваю, и просто отпускаю поршень. Жидкость туда, в шприц, сама наполняется. Опять же, физика, давление и все прочее, прочее, прочее. Тоже не спешу. Ну, в принципе, все. Дальше мы уже это никак не сможем вытащить. Поэтому я сделал чуть больше, чем 3 мл. Опс. Постучали. А теперь, зачем нам два шприца? Эта иголка, она уже тупая. Она тупая уже. Мы с нового шприца просто возьмем новую иголку.
Эту мы снимаем. Эту надеваем. Так получается и стерильней, и иголка заточенная, чтобы не было больно. Пойдем колоть. Итак, мы кололи каждую ягодицу по два раза. Вот здесь видно следы от укола. И здесь синячков нет. И я всегда колю своим самым любимым способом. Шлепком. Спиртом. Вводим чуть-чуть, иголочку оставляем. И вот здесь я делаю поршень на себя. И капельки воздуха уходят лишние. Теперь медленно ввожу. Раз. Два. Первый укол сделан. Картексин с новокаином. Теперь лекарство. Витамин. Витамин, да. Витамин В. Пап, что-нибудь чувствовал? Нет, не почти ничего не чувствовал. Ампулу сорвали. Здесь вроде все. Опс. И приблизительно туда же шлепком. Опять поршень на себя. Увидели, что в вену не попали. Воздух ушел. И вводим. Готово. Вообще уколов бояться не надо. А их нужно просто делать. Кто его боится? Я уже настолько привык к этому делу.